Люберецкая областная больница пополняется новой современной медицинской техникой. Новый цифровой рентгенаппарат на 3 рабочих места установили в первом стационаре. Для размещения ультрасовременного оборудования перевели переустройство помещений и капитальный ремонт. Сюда будут направлять пациентов из травматологии, онкологии, хирургии, неврологии, кардиологии и других отделений. Рентген обладает возможностью скопических исследований желудка и кишечника с контрастным веществом для выявления даже мельчайших патологий, в том числе онкологических. В дежурные дни, когда стационар принимает пациентов по скорой помощи со всей Московской области, планируется проведение порядка 100 исследований в сутки. Данное оборудование собирается у нас в Люберецком районе, в поселке Малаховка. Напомню, что в этом году в рамках программы здравоохранения Подмосковья запланировано оснащение новым диагностическим оборудованием 3 кабинетов поликлинических отделений Люберецкой областной больницы и детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства. Молодец.